Ну а теперь к делу. Вот. Мне очень приятно получать гран-при. Вот. Хотя я этому поэтому не поставил высшего балла. Я, короче, я поставил на 1 балл меньше, 9 баллов. Потому что я уже вручал этому поэту приз в Пензе, потому что это Мария Владимцева. Часовые памяти. Вот такая медалька. Дис Тараканова. Особенности юмора от Тараканова. И лично от меня о теории кинодраматургии. Пригодится. А Щербака же. Да. Ну, птичку. Да, и вот и птичку, пожалуйста. Вот. И вот теперь удержи эту птичку в руках и прочитай еще раз. Хоть одно хорошее. Читай. А полку с книгами грею душу костром из строк. Я, опутанная интригами, даже чувства свелись в клубок. Чашка кофе, вторая, третья, и холодная от лампы свет. Книги — эхо того бессмертия, что писатель дает себе. Хороводит сухими бликами фонари по моей стене, как молитву. Читаю книгу я, чтобы стать хоть чуть-чуть сильней. Дополнительная награда от Сливбиса независимой газеты. В январе ждите публикации стихов моей Владимировой в Сливбисе независимой газете. Второе в цели едет в Пензу. Ну, блин, он куда едет? Спасибо. Ну, Алла, опять в Пензу. Маша. Уже едет в библиотеку семейного Сухого. Снова, снова. Снова. Как же увезти-то теперь? А в чем ее увезти-то? Какой-нибудь не прилагается? Не знаю. Даже как на пол ставится. Ставьте. Это же железка. Ну что вы тоже? В свой день рождения ответил человек, который...